Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России совместно с коллегами из Чувашской республики выявлена крупномасштабная криминальная схема хищения денежных средств граждан под предлогом оказания платных медицинских услуг. Было установлено, что участники межрегиональной группы под руководством ранее судимого гражданина одного из зарубежных государств с целью получения сверхприбыли создали в ряде регионов России сеть медицинских клиник. Сотрудники подконтрольных организаторов колл-центров, входя в доверие к гражданам, убеждали пройти обследование. А затем работники этих учреждений, не имеющие специального медицинского образования, вводили пожилых людей в заблуждение о наличии у них заболеваний, которые требуют неотложного и дорогостоящего лечения. Для оплаты фиктивных медицинских услуг потерпевших склоняли к оформлению кредитов на суммы до 500 тысяч рублей. По предварительной информации, от противоправной деятельности пострадало свыше 11 тысяч граждан. Общий ущерб составил не менее 1 000 000 000 рублей. Следственным управлением МВД по Чувашской республике было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России совместно с коллегами из территориальных подразделений, а также при участии Росгвардии на территории городов Москвы, Санкт-Петербурга, Чувашской республики, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областей было проведено более 50 обысков. Обнаружены и изъяты денежные средства, компьютерная техника, мобильные телефоны, электронные носители информации, бухгалтерские документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В следственные органы было доставлено 25 человек, включая предполагаемого организатора. Мероприятия по установлению всех лиц, причастных к указанной противоправной деятельности, продолжаются.